Дорога в Нидерланды. Цветочный парк тюльпанов. Кёкенхоф. Где-то в 20-х числах марта и до конца мая. Территория парка уходит корнями еще в 15-е столетие, средневековье. Здесь, на этом месте, были сплошные леса. А сейчас звучит многоязычная речь туристов, гостей парка со всего мира. Этот роскошный парк занимает 32 гектара. Здесь представлено около 7 миллионов луковичных. Тюльпаны, гиацинты, крокусы, нарциссы, мускари, рябчики. И говорят, что где-то 4,5 миллионов тюльпанов, 100 различных разновидностей на территории парка ежегодно высаживается. Я думаю, комментарии здесь излишни. Просто любуйтесь красотой, друзья. Я сама ходила здесь с открытым ртом, как говорится. Это что-то необыкновенное. Жемчужина мировая, так можно сказать.